this one. Она вам дает это. In Russian, word spasibo comes from two words, spasi and bog. Расскажите мне о своей семье. Вы росли в католической атмосфере. Да, во французской католической провинции, которую я не любила. И я протестовала против всего. Франции, семьи, религии, образования. И как ваша семья это воспринимала? Но для них это было тяжело. Признаю это. Наверное, потому они меня отправили в Америку. Это был один из вариантов избавиться от меня. И там вы встретились с Дали. Да, я встретила его, когда сходила с судна. И я тогда воскликнула: «Вау, Америка — это экстраординарная страна». И как вы познакомились? Да просто так. Когда я сходила с корабля, он смотрел на док корабля. И он завел с вами разговор. Да, он пригласил меня на чай в тот же день, когда я приехала. Каждый день чай. Тогда, в конце концов, я переехала в Hotel St. Regis в Нью-Йорке, где Дали проживал в тот момент. Так у нас завязались долгие отношения. Он познакомил меня со всем миром. Он познакомил меня с искусством. Вы знаете, он был гением, феноменальным. Его внутренняя культура была чем-то уникальным, редким. Что вы помните о том периоде, когда были с Дали? Любые моменты воспоминания. Всегда сюрпризы, сюрпризы. Вещи, которые он говорил. Он мог брать вещи отсюда, оттуда, и они могли пересекаться в одной точке. Чрезвычайное воображение. Когда люди приходили, чтобы задавать ему вопросы: «О, мастер, мастер, вы можете это объяснить?» И он объяснял. И всегда говорил: «Я не художник, я писатель». И многие говорили, что он блестящий писатель. Он не мог писать, я имею в виду грамматически верно писать. Но писал уникально. Это как будто вы думаете, что вы Марсель Пруст. Он видел мир уникально по-своему. Он был отчасти клоун, которого я любила. И мир искусства иногда не принимал его всерьез, что абсурдно. Я помню момент показа экспозиции сюрреалистического искусства около 20 лет назад. И в программу не включили Дали. Хотя Дали, вероятно, лучший художник сюрреализма. Он был красивым мужчиной. И он был живой и поразительный. Дэнди, элегантный. Он знал, как создать в своей жизни театр. Но не обычный театр, а в другом понимании. Не то, что ты пошел на два часа, потом пришел и снял макияж.
Очень необычный человек. Это как раз то время, когда у вас появилась страсть к искусству и актерству? Возможно. Нет, раньше. Потому что в Париже я начала посещать актерские курсы. Вот как я познакомилась со всеми этими художниками. Потому что меня постоянно тянуло к искусству. Моя страсть была сравни детской. Я любила коллекционировать разные вещи. Например, коробки от сигар. Я помню, как люди выбрасывали их. Я думаю, что это очень символично. Это как бы эмансипация. Мужчины более эмансипированы, чем женщины. И это отражало мою мужскую сущность. Я хотела быть свободной, а женщины не были по своей сути свободными, особенно в те времена. Я также коллекционировала маленькие картины, когда могла себе это позволить. Я помню, что, наверное, первая картина, которую я купила, была испанского художника. А потом, 2 года спустя, он выиграл первое место на Биеннале. Хороший вкус? Нет, хороший голос. Так вы бы назвали Дали своим наставником в искусстве? Не совсем, потому что я не считаю, что у меня есть наставники. Мне нравилось его чувство изобретательности, его креативность. Но я никого не копировала. Вы знаете, он был всегда вдохновлен. У меня же идеи приходили из ниоткуда. И я сразу писала. Но это, наверное, разные подходы к работе. Ты можешь отдыхать, трудиться. Но Дали не был моим учителем в полном смысле этого слова, как это принято понимать. С ним было трудно работать и жить. О нет, он был очень элегантным. Я не имею в виду стиль одежды. Чрезвычайно вежливый, цивилизованный. Вы знаете, он уважал монархию. Нет, нет, с ним не было тяжело. Вот с кем было реально сложно и кто был реальным демоном, так это его жена Гала, русская еврейка. Так она знала о вас? Да, она знала обо всех. Она ревновала? Нет, нет, у нее был бойфренд. Она была несчастна. Она была старше его и, в отличие от Дали, пыталась контролировать его. Однажды я и Энди Уорхол должны были записать интервью у Дали. Он дал нам интервью, но когда мы закончили, Гала взяла наш диктофон и кинула в вазу с водой и цветами. И таким образом уничтожила его. Вот это и была Гала. Это был своего рода жест. Может быть, это было представление. Если кто-то хотел купить картину, то она всегда хотела наличные. Поэтому люди приходили с чемоданами денег. Она открывала чемоданы и швыряла их обратно, бросая людям в лицо все их деньги. Скорее всего, это было представление. По крайней мере, мы привыкли так это видеть. Правда? Как вы думаете, почему она так вела себя? Ну, я думаю, всем был интересен Дали. Дали был центром внимания. Она была завистливой? Но если даже так и было, это была ее роль. Но что же это за роль, которую она играла? Ну да, ну хорошо, ты миссис Дали. И что с того? Она пыталась выйти на уровень эксцентричности Дали. Но это выглядело жалко. И что он думал по этому поводу? Ну, вы знаете, Дали был гением, но гении обычно не знают, как управлять делами. Он никогда не знал, какой день недели, понедельник или среда. Ему было одинаково, он не видел разницы, будь то $5 или $100. Именно Гала была приземленной. Она была калькулятором. Он действительно нуждался в ней. Давайте скажем так, Гала создала и уничтожила Дали. Когда он писал картины, она могла зайти в мастерскую и сказать, что эту лодку нужно передвинуть вправо. Она пыталась диктовать, что ему делать. Она хотела контролировать его. А он никогда не думал о разводе? Нет, это не его стиль.
Если ты веришь в монархию, то ты остаешься в браке до конца. Он был католик, он был религиозным. Да, он был католиком. Был ли он религиозным? И да, и нет. Ирония — это одно из его произведений о распятии. Это что-то неземное. И он на самом деле не верил в Бога. Он говорил, что Бог ростом с мою трость. Я не знаю, что это значило. Вы знаете, это очень странно. Я знакома с людьми, которые написали оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» в Нью-Йорке. Это превосходная опера об Иисусе Христе. Но они неверующие. Поэтому тебе не обязательно верить. Это очень-очень странно, но для того, чтобы делать очень впечатляющие религиозные работы, не обязательно верить. Ну да, духовность внутри. Но моя теория в том, что любой великий художник должен обращаться к Богу, к Созданию. И когда мы говорим о создании, то мы не можем говорить о какой-то маленькой картине. Мы говорим о море, о небе, об облаках. И поэтому любой стоящий художник должен обращаться к Богу. За это я люблю Дали. Последние 2 года жизни он делал религиозные картины. Нельзя было просто избежать этой темы в те годы. Как вы встретили Пикассо? Это как-то связано с тем, что вы играли в экранизации его пьесы «Желание, пойманное за хвост» с Тайлором Мидом в Сан-Тропе? О, это вообще никаким образом не касается Пикассо. Позже Пикассо написал несколько постановок, в особенности для детей, чтобы развлечь их, в которых мы играли. Нет, там был такой человек, Жан-Жак Любен. Мы встретились с ним в Париже. Он театрал. Именно он захотел сделать эту постановку в Сен-Тропе и попросил меня принять участие. Но это не имело никакого отношения к знакомству с Пикассо. Я очень хотела познакомиться с Пикассо. Не знаю, писала ли я об этом в своей книге. Вот однажды я стучу к нему в дверь. Это было недалеко от города, где я жила. Он открыл мне дверь, хотя я не знала, откроет ли он. Я увидела этого парня с огромными 2 пылающими кустами вместо глаз, как тот пылающий библейский куст, из которого говорил Господь. Я не могла вообще произнести ни единого слова. У него была какая-то сила в его глазах. У меня была короткая встреча с ним. Что вы помните о нем? Силу его существования, лица, глаз. И вот поэтому он делал такие великолепные работы. У него было видение, он видел сквозь стены. И то, как он творил в эпоху кубизма, практически сделало его создателем этого направления. Это было настолько необычно и гениально. Он мог показывать лица, профили, и все это было живым. Вы знаете, некоторые из его портретов по-настоящему великие. Великие. Он продолжал меняться всю свою жизнь и никогда не останавливался. И это очень здорово. Он был очень хорошим классиком-художником, что очень меня впечатляло. И таким изобретательным, ой-ой-ой. То, что реально было в нем интересно, это тот факт, что он никогда не заканчивал свои картины. Он делал наброски и переходил к другой работе. Потом к следующей. Не так, как обычно художники делают. Задний фон, цвета и так далее. У него же это наброски. Это могло быть с маслом, могло быть цветным, на холсте, не на холсте. И он никогда не был доволен. Как вы думаете, он был сложным человеком для совместной жизни? С ним было сложно жить? О, да, думаю, что да. Он был как создатель и разрушитель, как Шива. Все его женщины, и одну из них я знала, и его дети, он был с ними очень грубым. Он не заботился о своих детях, он не платил за них, у него не было чувства семейного обязательства. Вообще-то он дал деньги Дали, чтобы тот заплатил за свое первое путешествие в США. И это было очень даже мило с его стороны.
Они были друзьями? Мне кажется, что он хотел избавиться от Дали. Друзьями их тяжело назвать. Я даже не знаю. Дали обычно говорил «я» и «Пикассо». И это не нравилось Пикассо. Ту жену, которую вы знали, как ее имя? Франсуаза Жило. Мы обедали с ней недавно в Нью-Йорке. Я хотела, чтобы она написала предисловие к моей книге, но она сказала, что не будет ничем таким заниматься. Она очень стара, ей 92 года, но она в очень хорошей форме. Она мало что рассказывала об этом. И вы знаете, она была без дома, без денег и никогда не получала никакой помощи от Пикассо для его детей. Наверное, больше на эмоциональном уровне это убивало ее извне. А он знал, как написать картину, но не знал, как вырастить ребенка. И он обычно говорил, «Я не знаю, что делать с детьми, но мы должны что-то сделать». В результате он ничего не делал. Его что-то всегда было ничем. Как вы встретились с Энди Уорхолом? Дали вас познакомил? Да, как-то я чаевала с Дали, и Уорхол пришел на чай к нам в отель. Ну, мы и познакомились. Это было просто. Уорхол знал Дали, они были друзьями? Ну, не совсем так. Вы знаете, Дали был достаточно универсальным. Ему нравились встречи, знакомства. Именно вместе с Дали я узнала весь мир. Это было нормально. В 60-е были популярны своего рода общинные встречи. В наше время это намного тяжелее. В любом случае, мы познакомились со всеми. Раньше было больше времени для отдыха и живого общения, которого не так уж много в настоящее время. Что притягивало людей к Уорхолу? Вы знаете, у него была эта сила. Вот вы стоите с коктейлем в толпе и видите, как заходят люди. Один, второй. И когда заходит этот человек, ты точно знаешь, что это именно он. У него есть какая-то сила. Это очень тяжело описать. У него же не написано «сила на лбу» или «сила на груди». Он умер в 1987 году, кажется, в феврале. А я его видела последний раз в ноябре, буквально накануне. И я была поражена той силой, которой он обладал. Но это очень тяжело описать, поскольку это очень абстрактно. Они дышат какой-то силой. У них была такая важность. Они сами важность. Однажды я встретила архиепископа Кентерберийского, и он ходил задрав нос. Но это не сила, а та сила, которая была в каждом из них, Дали, Пикассо, Уорхол, которую ты можешь чувствовать. Это невообразимо. А как начались ваша дружба и отношения с Уорхолом? У нас началось все сразу. Я не знаю, подходит ли слово «дружба». Я встретила его в 1963 году. Он был тогда еще неизвестным. Он сказал, «Ты такая красивая, давай снимем фильм». Я сказала, «Да, конечно, завтра. Хорошо, я быстрая». На следующий день я пошла на фабрику. Мастерская Уорхола, где он работал над проектами. Я была очень заинтригована ею, его работами. Я сразу купила некоторые из его работ. Вы сказали «дружба»? Не знаю, вряд ли это была дружба. Была ли это тогда любовь или страсть? Я назвала бы это интригами. А потом я подумала, это есть в моей книге. Я пишу о своих воспоминаниях о том, что он был таким уникальным, и что я хотела бы его соблазнить, чтобы выяснить, кем он был на самом деле. На фабрике была поломанная лавочка, куда я могла бы швырнуть его. Мы вышли наружу, и там была пожарная лестница. Я подумала, что это очень хорошее место для любовной ловушки. Я это сделала. Но потом ему стало плохо, он становился холоднее, холоднее. Я подумала, что он или потеряет сознание, или он боится высоты. Я его отпустила, чтобы он не потерял сознание. Мы вернулись на фабрику, и у него были очень растрепанные волосы, и я увидела, что у него на излобье какая-то металлическая штука. Это была скрепка, которую он прикреплял к голове свой шиньон. У него эта штука, наверное, прилипла к лбу. Или он сам прилепил ее клеем. Но в любом случае, это не хирургическое вмешательство. Объяснить я это никак не могу. С самого начала он был очень странным, но я была заинтригована им.
И я подумала, что нет, этот мужчина не для меня. И я сказала, покажи мне свои картины. Так все и началось. Имел ли он отношения с женщинами или, возможно, мужчинами? Да, с мужчинами, да. Но в те времена было сложно открыто признать себя геем. Поэтому он был не совсем открыт по поводу всех подряд тем. Такие как война, вьетнамская война. Хотя он сделал несколько работ об этом. Написал русинскую картину. Что? Русинскую? Написал русинскую картину в Чикаго. Но он никогда не озвучивал этого. Не знаю, что это значит. Он сделал работу «Серп и молот». Уорхол никогда не произносил ни одного слова вслух. Но мне кажется, Уорхол всегда был заинтересован изображениями, картинками. Вы думаете, его пристрастие к изображению, к картинкам берет начало в прошлом или его детстве? Можно и так сказать, но мне кажется, это все от его ума. Это абсурд. Но если ты делаешь портрет какого-то известного человека, как Мэрилин Монро или Элизабет Тейлор, или Мао, или Доллар, то есть шанс стать известным. Вы знаете, Энди всегда хотел стать известным, это точно. И он преуспел в этом. Я думаю, это отражает коллективное сознание. Потому что, в принципе, очень умно. Люди сразу же узнавали его. Если ты сделаешь что-то совершенно абстрактное, то люди будут пропускать это. А его работы очень узнаваемы, как своеобразные символы современности, иконы. А если это пропиарить, то будет еще более знаменито. Он когда-нибудь разговаривал с вами о своем прошлом, не о своих корнях? Он никогда не был разговорчив. Нет. Ему было немножко не по себе говорить о своих предках. Он не любил, когда говорят во время еды, считал свою семью и их народ дикарями в плане этикета и манер, и нецивилизованными людьми, так как они не знали, как вести себя за столом, говорили во время еды, ели невкусную пищу и делали шоу из каждого застолья. В Америке говорят, ты можешь есть или же разговаривать, но не два в одном. Ему нужна была социальная шлифовка. Скажите, Уорхол стеснялся своего прошлого, своей семьи, потому что они были какими-то дикими и нецивилизованными? Да, но я хочу сказать, что он хотел быть известным и карабкался по этой лестнице, чтобы быть принятым. Он хотел быть американцем. А такие люди, как его семья, в то время были в словацких гетто. Так что он хотел выбраться оттуда. И он делал это как мог. И вы знаете, это очень редкий феномен. Что он был гением и идиотом в одном лице. Да, идиотом. И я могу вам сказать, почему. Он был религиозным и в то же время смотрел порнографию. Он был ангелом и демоном, это правда. Я это описываю в книге. Он был изобретателем и плагиатчиком. Он копировал все подряд. Например, Campbell Soup. Любой мог скопировать это. Список очень длинный. Дали был противоположностью Уорхолу. Нет, Дали был экстравертом, а Уорхол – интровертом. А насколько противоположны? Нет, я бы не сказала. Принимали ли они оба наркотики? Нет, Дали не принимал. Он всегда говорил, я не принимаю наркотики, я сам наркотик. А Уорхол, говоря о наркотиках, они тогда были очень доступны, но это не значило, что он их постоянно употреблял. Иногда для похудения он принимал полтаблетки, не помню, как их название. И вот к этим таблеткам он был очень пристрастен. Он был слишком умен, чтобы подсесть на наркотики. Был ли его внешний вид большой проблемой для него? Да, он стыдился своего внешнего вида. У него был очень большой нос, который выглядел как какая-то болезнь. У него была нездоровая кожа. У него были глаза разного цвета. Позже они стали одинаковыми. Похоже, он использовал линзы. Так что, скорее всего, он стыдился своего внешнего вида. Но он не был уродом, скорее необычным. У него был большой комплекс неполноценности. И он очень сильно старался забраться по лестнице, чтобы его приняли. И чтобы он мог руководить. По гороскопу он лев. И в нем был и хороший, и плохой лев. Плохой лев – это диктатор. Хороший лев – это правитель.
У него есть империя, фабрика, и все идет хорошо. Да и вообще, он очень хорошо управлялся. У него все качества от льва. У него даже на голове грива была от льва. Он был умный, это часть его характера. Он управлял. И в моей книге я описываю, что в любую другую эпоху он мог бы быть Наполеоном или Гитлером. Я хочу сделать постановку «Энди и Адольф» про этих двух героев. Будет очень интересно проследить параллели в начале их жизни. В спектакле они оба хотят быть художниками. В начале постановки выходит Адольф и рисует скетчи присутствующих на досточке. Потом выходит Энди и начинает зарисовку Адольфа, находящегося уже на сцене. Затем они начинают рисовать друг друга, после чего Адольф показывает на Энди и говорит: «О, слушай, ты выглядишь как Адольф». «Энди?» И вот эти параллели можно проследить с самого детства. Обе семьи тогда были в Австрийской империи. Обе семьи были иностранными в этой стране. И оба были третьим ребенком в семье. И у обоих были братья и сестры, которые умерли перед ними. У каждого из них умерли отцы, когда им было 13 лет. На самом деле список очень велик. Они оба католики, оба изгои, оба геи. Ведь Адольфа тоже разоблачили в связи с каким-то офицером. Но параллели в начале их жизни просто поразительны. А в конце постановки Энди заставляет Адольфа встать на колени, покаяться и просить прощения. Я не знаю, знакомы ли вы с произведениями Морриса «Адольф на коленях». Я хотела с ним связаться и использовать его произведение искусства. Это очень интересно. Это великолепная идея. Как вы думаете, его мама имела большое влияние на него, контролировала его? Я бы не назвала это контролем, но в любом случае Энди делал так, чтобы все работали. И первый человек, на которого он влиял, находился по правую руку от него. Это мать. Джулия Вархола. Бывало, она рисовала и подписывалась за него. Особенно его ранние работы. Она подписывала Джулия Вархола. Вышивала некоторые работы за него бисером или нитью, как икону «Тайной вечери». Он ей постоянно давал работу, давал задания. Также она расписывала пасхальные яйца. У нее был дух художника, она была немножко эксцентричная. Она присматривала за домом, но не контролировала. Я бы сказала, что она была больше сыночкиной мамой. Я это видел по телевидению. Это было, конечно, весь мир перевернулся. Люди, которые смотрели, они вначале думали, что это кадры из нового фильма «Катастрофа». А когда доходило, то у любого человека нормального, да? Это все Есть художник Вундервассер, который сказал, что это была самая лучшая арт-перформанс, сделанная будь когда. И это стоило ему его карьеры. После этого не работал снова. But the question is, did the Americans deserve this event? Вопрос у него такой: американцы заслужили на то, что случилось? Нет, ну это нельзя так ставить. So you shouldn't ask him question. Заслужили люди смерть. Do people deserve death? No. Это же не солдат. These are not soldiers. These are simple people. I agree. But I mean, that's what the Muslims say, that we were American, Ireland,
the women have been scared, our field that we export are just atrocious, it's all about violence. So. Американцы самолюбивы, их женщины носят мини-юбки, фирмы, которые они экспортируют, это просто жестокость и порнография. Ну, мусульмане тоже разные. Хотя, конечно, у них нравы сильно отличаются от европейских и американских. Я много бывал в Средней Азии, учился там у мастера, и это там очень бросается. And you could see it immediately, the difference. Особенно что касается женщин. Потому что когда приезжали женщины из Москвы, из Киева, из Литвы, они там действительно выглядели проститутками. They look like prostitutes there. Большинство. In that department. You mean the one that came from Russia to those countries? To those countries. Why do they look like prostitutes? Почему они показались как проститутки? Ну, потому что для мусульманской культуры, бытовой, да, женщина может открываться только своему мужчине, больше никому. Ну, еще есть, да, там, конечно, есть женщины, которые зарабатывают телом, но они оформлены как танцовщицы, а не танцовщицы. Я даже несколько дней был в гостях в Ферганской долине, в мусульманском доме. Да? Вот там, где мужская половина, женская половина. И женщины там совсем не ущемлены, наоборот. Они во многом очень независимы. Но там есть своя культура отношений, своя культура быта. И то, что касается частной жизни, не выносится на улицу. Поэтому они другие. But anyway, I propose a new political system that the women get dressed and the men wear a veil in the 20th century. Она говорит, но я хочу сделать пропозицию новой политической системы, что женщина будет оголена, а мужчина будет 20 веков носить вуаль. Месть. Месть. So that's a vengeance for them. А это стоит там теперь? Is it was it proposed as the monument for the? Yeah, well, this one, this is the monument. That's 3 feet by 3 feet. 3 фута на 3 фута. That's going to be, that is already at the National Museum. That's opening in the spring. Он в Национальном музее 9-11, что сейчас на месте тех домов. На месте этого торгового центра. The reason they like it is that it's non-political. Причина, почему он понравился всем, потому что он аполитичен. And it's just a marking of a date, marking of time. Это только дата, время, когда Because it's interesting, you know, the Vietnam War, the French Revolution, whatever. We don't know the date, but for 9/11, you say 9/11, it's a date. And 911, you know 911 in the US, when it's the emergency. Yes. So there's a connection. Интересно то, что для французской революции и Вьетнама мы не знаем точной даты, но для этого у нас есть точная дата, и эта дата обозначает навсегда то, что случилось. И также 9-11
1-1 в Америке это служба спасения. And the Muslim people chose that date 9-9-1-1. Мусульмане специально выбрали эту дату. Seen Mickey Mouse naked, you don't know what kind of sex he has. And the real Adam by Michelangelo, you know, when the Pope saw it, he said, oh no, the sex is too big, make it smaller. И настоящий Адам, когда Микеланджело его сделал, то Папа Римский, когда увидел его член, он сказал, нет, он очень большой, сделай его меньше. And again, the next week the Pope went, oh no, too big, still smaller, smaller. Через неделю вернулся опять, Папа посмотрел, говорит, нет, еще меньше. So eventually the poor Adam, the first man, has a little nut between his legs. Ну и теперь вот Адам, как бы первый мужчина, у него вместо члена маленький орешек. So you know, I didn't want to show that, so I had to do something else. Но ей не нравится маленький орешек вместо члена. I thought maybe, you know, with the leaf, fig leaf, but anyway, too classic. I think this is more. Потому что фиговый листочек это чрезвычайно классическое, это более интересно. О, Мэн Рэй. Ну, Мэн Рэй фотографировал меня, и мне бы хотелось знать, где эти фото. Вероятно, у него еще есть тысячи моих фотографий в его архиве. Надо бы поднять нашу переписку и забрать мои фото. Встретились мы с ним в Испании, в городе Кадаквас. Это был привлекательный мужчина с камерой на животе. Он выглядел очень комично. Мне нравятся его работы. Он, кстати, достаточно широко был известен своими работами и копированием. А что за фотографии? Как вы позировали для него? О, я даже не помню. Он просто фотографировал. Я никогда не позировала для него. Он просто фотографировал меня. Также он фотографировал меня вместе с Марселем Дюшаном и Дали. Так что должно быть очень немало фотографий. И я подозреваю, что у него есть архив, и я рада, что вы мне об этом напомнили. Надо бы связаться с ним и запросить мои фотографии у них. Да, просто работа. Я иногда забываю про такие важные дела, которые нужно сделать. Я обязательно это сделаю. Спасибо, что напомнили мне. Помните ли вы что-то о встрече с Марселем Дюшаном? У него была вилла в Кадаквас, так же, как и у Дали, и еще одного замечательного фотографа Мэн Рэй, о котором я уже говорила. В Кадаквас приезжали все художники, гостевали, встречались, проводили время. Мне нравился Дюшан, у него было очень красивое лицо. Мы играли в шахматы, у него был очень чистый разум. Но, как вы знаете, Дюшан покинул искусство в то время, поскольку зашел в тупик, как он мне сказал. Я всегда говорила, что Дюшан — это катастрофа. Из-за него появились все эти сколы, куча грязи, куча колосьев. О, это настолько унизительно, то, что сейчас делают художники, стараясь хоть как-то копировать Дюшана. Оскорбление этого направления. Я понимаю, что тот, кто первый сделал, то есть Дюшан, это круто, это талант. Но когда к Дюшану приходят и спрашивают, «Мастер, объясните, что это?» А он отвечал, «Это говно», то есть «Майкде» по-французски. Вы знакомы с его последней работой? Он работал над этим 10 лет. Это было в секрете. На данный момент Last Piece, последняя работа, она так и называется, находилась в Филадельфии, в музее. Он объяснял мне интерпретацию этой инсталляции. А, это инсталляция женщины? Да, вы знакомы с ней? Дайте свою интерпретацию. I had a very
Я не знаю откуда, но у меня было такое сказочное восприятие этой работы, почти ощущение смерти почему-то. Как насчет смерти? Вы видите какое-то значение смерти в этой картине? Мне тяжело подобрать слово. Название этой работы — «Etant donné». Значит, «let it be», пусть будет так. И когда он мне рассказал это, я просто влюбилась в него, за его ум, идеи, видение и талант. Это была полная противоположность всем тем его работам, которые он до этого делал. В этой инсталляции вы смотрите сквозь две дырки в деревянной двери старого образца. Ощущение, как будто вы подглядываете. И вы видите стойло. И там обнаженная лежит женщина. А что у нее в руке? Свет. Ага. Но если вы посмотрите на задний фон, то увидите водопад, как в Чайна-тауне. Также цветы, тюльпаны, лилии. Подытожим, у вас есть свет, цветы, водопад, то есть природа. Женщина спит, а может быть мертвая. А идея в том, как рассказал мне Дюшан, и мало кто расшифровал эту работу так, а на самом-то деле это создание мира в том плане, что женщина дает рождение ребенку. И это создание жизни. Это просто магия создания, которую не так просто понять и объяснить. Он изобразил свет, вселенную, цветы. Также у него там вода. А это все элементы жизни. И мне очень понравилась эта работа. Это полная противоположность всех его работ. И это полностью отрицало все то, что он делал до этого. И он сказал по-французски «Le catastrophe», «катастрофа». Эта работа была поразительна, и он это признал. Какой он был человек на уровне восприятия? Он был очень загадочным и со свежим разумом. Вы знаете, я его встретила, когда он был совсем не молодым. Он был очень дружелюбным и не был таким экстравертом, как был Дали. Он был спокойным и безмятежным. Вы встречались с Шагалом? В какой промежуток жизни вы встретились с ним? Я встретила его в Нью-Йорке где-то в 80-м и в конце 80-х. Мне нравился Шагал, но я не была особо впечатлена его работами. Все его работы были немного еврейскими. Вы не воспринимаете меня как антисемитку, просто у меня другое мироощущение. Но мне нравилось то, что в нем была конкретная религиозная направленность. Как вы можете охарактеризовать вашу встречу с Шагалом? Я была очень заинтригована им. Это именно то самое слово. Это глобальный автопортрет. Это автопортрет каждого. То есть ты в этом можешь увидеть себя. And usually I do a performance, and maybe I should do it with him. Как правило, она делает такое как бы перформанс. So he has to describe to me what he sees. Расскажите, что вы видите. Как вы выглядите? Ваш автопортрет. Нормально. Said, I'm looking okay. Okay, I want more. I want more. Она хочет большего. Can you describe your soul? Можете ли вы увидеть вашу душу?
Ну, я ее могу увидеть, но не здесь, а He can see the soul, but not there, but in the space in general. Okay, can you describe your soul in the space in general? Объясните вашу душу в пространстве, как вы ее видите? Я не знаю, как перевести. Скажите, в старом русском языке было такое два слова: чувствилище и вместилище. In ancient Russian language, there were two words that would describe it the best. Now they're no longer used, but I'll try to find the equivalent. So one is the place of feeling, of overall feeling, and the place, and the second word would be the place that holds everything in, inside. Душа – это как бы вместилище, пространство того, куда вся информация, которая разнообразными способами попадает в человека, она там концентрируется. So the soul is a place where that holds all the information that surrounds us inside. Вместе с энергией. And it's concentrated inside together with the energy of the universe. И она же является чувствилищем, то есть тем, что предназначено для принятия решений. Не это место предназначено, а это предназначено для принятия решений. Потому что она взаимодействует, у каждого свой объем, но с пространством. And on the other hand, this place, the soul, is not only the place that contains the information of the universe, but also the place of the feeling. And this place is where the decisions are made from. The decisions are not made from here, they're made from here. And this place interacts with the surrounding. Tell him I know all about the power of feeling. Она хочет вам сказать, что она знает все о силе чувства. Feeling have greater power than thoughts. Чувства имеют больше силы, чем мысли. Я не знаю, что именно она называет чувством. What exactly do you call feeling? Well, но сила души, but the power of the soul, неизмеримо больше, чем вообще все, что мы знаем о силе. Is bigger and cannot be even calculated. Is bigger than anything that we know about the power. Oh yeah, no, the strength, the power of the soul is even bigger than what we know about the power as but, the word. But I know about it. Okay, next question. Which of those self-portrait or auto-portrait or selfie, or does he know what selfie is? Обязательно, что такое selfie? So it's all the kids with the cell phone that take the self-picture. Это все дети с селфонами, которые берут фотографию самого себя. So I like him to look and tell me which one he likes best. Она хочет, чтобы вы выбрали, который вам нравится наибольше. Вот из этих. Why? Я люблю этот цвет. He loves that color. Oh, he does. I know it's the highest vibratory color. Это высший вибраторный цвет. Yes. And tell him that's why my name is ultraviolet. Это потому ее звать ультрафиолет. Okay. And then I introduced him. What's his name again? Igor. And the last name is Kalinowska. Just Igor. And then you can see his name. Она хочет, сейчас будет национальное телевидение Франции брать у нее эксклюзивное интервью. Она хочет вас представить национальному телевидению Франции партнера и иметь немножко диалог на камере, если вы не против. Хорошо. Но у меня вопрос. Почему вам нравится именно эта работа? Почему? Я люблю этот цвет. He loves that color. Я вас понимаю. Это ведь цвет восприятия наивысшего уровня. Я представлю вас журналистам. Говоря о совместном арт-проекте, каковы ваши мысли? Это будет здорово. Где ваша база? То есть, где вы сейчас находитесь и откуда вы работаете на своем проекте? Киев.
Литва, Братислава. Москва. И Москва еще. У него арт-студии, мастерские во всех этих локациях. Плюс активная международная концертная и выставочная деятельность по всему миру, за пределами этих стран и городов. Очень сильная работа, поразительное сходство. Уважаемый мэр, хочу представить вам художника из России, с которым мы работаем над совместным арт-проектом. А также хочу представить вам международного куратора этого проекта. У нее греческие корни, не русские. Очень приятно, взаимно. Thank you.